Даниил, как ты думаешь, что лучше всего подарить женщине на 8 марта? Цветы, думаю, или духи. А вот представители интернет-сервиса объявлений провели опрос, и самыми популярными ответами стали косметика и ювелирные украшения. А какую драгоценность подарить, чтобы удивить, и как выбрать кольцо с бриллиантами, знает Яна Тормина. Очень красивый, очень шикарный, прям на выход. Кольцо с топазом и 60 бриллиантами этой весной украсит руку одной из жительниц Южного Урала. Стоит украшение порядка 200 тысяч, но счастливчик получит его в подарок. Для этого нужно принять участие в розыгрыше. До 20 апреля купить украшение в салоне «Кристалл». Елена уже выбрала жемчужный подарок. Теперь осталось намекнуть мужу, где его искать к 8 марта. Это очень уникальные коллекции. Вот правда, здесь очень изящный дизайн. Такого я не встречала в Челябинске. Коллекции здесь действительно необычные. Благородные украшения с барочным жемчугом, редкие, с опалом в серебре. Фантазийные серьги и кольца с звездчатым сапфиром, яркие бриллиантовые комплекты с цитрином, стильный с аметистом. Здесь и большой выбор демократичных вариантов. В честь 8 марта мы устраиваем большую распродажу со скидками до 50%. Золотые изделия можно будет приобрести от 2000 рублей, а серебряные от 200. Любое украшение предлагают и в рассрочку, без процентов. Все покупатели смогут принять участие в розыгрыше. В конце января ювелирный салон «Кристалл» уже разыграл часы, усыпанные 9 десятками бриллиантов. Выиграла их врач из Челябинска. Держите, это ваши часы, держите. Спрячьте, никому не показывайте, хотя бы сегодня. Новый розыгрыш 20 апреля, а интересные предложения уже ждут челябинцев в ювелирном доме «Кристалл». Находится он в ТРК «Урал» по адресу Воровского, 6. Яна Тормина, Андрей Ярушев, ОТВ.